О главном за 60 секунд. Заболеваемость боррелиозом на юге Тюменской области выросла на 40%, и это несмотря на то, что в этом году впервые в регионе была разработана специальная карта обработки территорий. В компании «Сибур» готовы еще раз пересчитать, во сколько обойдется строительство современного аэропорта в Тобольске. В перспективе основную долю пассажиров составят туристы. В Тюмени на развязке по улице Монтажников вновь ограничили движение. До 30 сентября закрыт съезд с путепровода на улицу 30 лет Победы в сторону Восточного микрорайона. В Заводоуковском округе столкнулись с проблемой заготовки кормов. Из-за разлива Тобола многие луга еще под водой. В непростой ситуации оказались села Лыбаево, Сунгурово, Шиликулингау. Известный тренер Владимир Черня представил в Тюмени свою книгу «В углу». В ней автор заявил, что его задача не научить, а поделиться опытом.